Игры и слышите бесплатные к ней приложения в виде ее ведущего Сидорова, то есть меня. Для начала новости. Фирма Blizzard вскоре собирается выпустить второй Диабло. Получается, что тот Диабло с двумя дополнительными героями и несколькими новыми уровнями как бы не в счет. Еще одна новость. 25 марта в компьютерном клубе Warlock состоится очередной чемпионат по второму Quake, приуроченный ко дню рождения журнала Computer World Казань. Сама битва будет транслироваться по интернету. А в это воскресенье в клубе проходят сетевые сражения по второму Warcraft. А вот в марте все тот же клуб Warlock планирует провести чемпионат по StarCraft, который наконец-то выпустила фирма Blizzard. Недавно я получил письмо от двух наших зрителей, которые интересовались, как пройти 15-й уровень в игре «Братья-пилоты». Честно говоря, я не знаю, как пройти 15-й уровень, по одной простой причине, что я не знаю, какой конкретно уровень там 15-й. Если бы вы описали мне его поподробнее, я бы обязательно вам ответил на ваш вопрос. А теперь мы переходим к основной части нашей программы, то есть к компьютерным играм. Первая игра, о которой мне хотелось бы сегодня рассказать, называется Ace Ventura. Как вы уже поняли, эта игра была сделана по одноименному фильму, повествующему о похождениях эксцентричного детектива, занимающегося розыском пропавших животных. Игра представляет собой мультипликационный квест. Как и в фильме, сюжет построен на том, что где-то пропали какие-то зверушки, и вашему герою, а значит и вам, придется ломать голову над тем, чтобы вернуть зверюшек туда, откуда они пропали. Естественно, главный герой игры был срисован с самого Джима Керри. Более того, и озвучивал героя никто иной, как сам мистер Резиновое Лицо, то есть Джим Керри. Игра делится на несколько отдельных заданий. В конце каждого из них вы возвращаетесь в апартаменты детектива и периодически сталкиваетесь с домовладельцем, которому наш герой, естественно, должен за квартиру. Иногда складывается впечатление, что все частные детективы специально селятся в квартирах только для того, чтобы за них не платить и доводить этим самым хозяев. Сразу дам совет. Если вы решили открыть дверь и поговорить таки с домовладельцем, то не забудьте предварительно опустить экран, висящий тут же. В игре вам помогает мартышка по имени Спайк. Если кто-нибудь не понимает юмора, то я объясню. Назвать в Америке мартышку Спайк — это все равно, что у нас назвать хомячка полканом. В принципе, мартышка довольно полезное животное. Его всегда можно вежливо пропустить вперед себя, чтобы в расставленную ловушку угодил не сам герой, а его верный друг. Иногда в игре встречаются аркадные моменты. В основном же вам придется решить определенное количество головоломок. Правда, они не очень сложные. Весь фикус игры заключается в том, что за кадром звучит голос настоящего Джима Керри. И Джим Керри очень здорово прикалывается и весело шутит. К сожалению, мне досталась русская версия игры, а потому я не смог до конца проникнуться всей ее прелестью. Те, кто сталкивался с русифицированными версиями, понимают, что я имею в виду. Конечно, очень приятна забота наших пиратов о геймерах, языком не овладеющих. Тем не менее, пока качественно озвученные игры можно пересчитать буквально по пальцам. А так, игрушка что надо, все путем. He's got a slick back blackjack, give him all a heart attack. No run, better run, till he's gonna get you some. Ace Ventura. Fat detective on the run, saving pictures number one. Ace Ventura. He'll make you wanna scream, he'll make you wanna shout. You know he's gonna get you if you don't watch out.
которой сегодня пойдет речь в нашей программе, относится к жанру стратегии. Эту игру весь стратегический мир ждал больше года, и вот теперь она наконец вышла. Знакомьтесь, все, кто еще не знаком, стратегия от фирмы Blizzard Entertainment – StarCraft. Ну что можно сказать при первом же взгляде на эту игру? Вообще здорово. Обо всем по порядку. Как и положено в порядочной космической стратегии, в игре рассматриваются перспективы человечества, заселяющего бескрайние просторы нашего космоса и сталкивающегося в связи с этим с определенными проблемами. Без этого нельзя, потому что если нет проблем, то незачем строить армию для их решения. Кроме людей, есть еще две расы. Каждая раса, естественно, имеет свои трудности, а также способы их решения. Для полного успеха в славной битве за доминирование в космосе каждому племени необходимо пройти 30 миссий. Также компакт-диск с этой игрой содержит дополнительные уровни для ветеранов. Большинство стратегий, как правило, построены по одному принципу. Хорошая сторона путем проведения определенных военных действий планомерно захватывает территорию плохой стороны, и в результате все заканчивается эпической битвой с использованием всего боевого арсенала, а также научных достижений, сделанных в течение игры. Можно сказать, что стратегия StarCraft отчасти тоже придерживается такого принципа. Однако авторы решили расцветить сюжетную линию своеобразными неожиданными поворотами, а также введя в игру конкретных действующих лиц. Кроме того, для каждой расы существует своя отдельная сюжетная линия, не похожая на другие. Поэтому StarCraft можно пройти 3 раза с неослабевающим интересом. Теперь войска можно объединять в группы и давать этим группам номера. Впервые это было применено в игре Command & Conquer. Принцип тот же. Вы выбираете группу войск, нажимаете клавишу Ctrl и цифру. Так можно создать до 10 боевых формирований. Позднее, чтобы связаться с группой, достаточно нажать на клавиатуре клавишу с номером группы. Я, например, всегда держал под рукой бригаду истребителей-бомбардировщиков под номером 1. Очень удобно защищать базу. Нажал кнопку, указал цель, и пусть проигравший плачет. Техники в игре много, это приятно. Особенно приятно, что нет техники бесполезной. Нередкий исход боя может решить отряд обыкновенных пехотинцев. Естественно, техника в игре дается не сразу. Очень многое нужно исследовать в соответствующих центрах, поэтому я рекомендую вам не бросаться на врага сразу, а сделать все необходимые исследования. Например, если вы исследуете технологию осады, то обыкновенный осадный танк при нажатии соответствующей кнопки превращается в смертоносную гаубицу и разносит все в очень большом радиусе. Это очень полезно. Единственное, что от вас потребуется, это обеспечить танку соответствующее прикрытие. Так что проводить исследования очень необходимо. Кроме того, делать это нужно хотя бы потому, что враг обычно этого сделать не успевает, и у ваших боевых единиц всегда будет серьезное преимущество в бою. Вообще, у Близзарда получилась отличная космическая стратегия, лучше в традициях жанра. Правда, некоторые начали ворчать, что, дескать, игра очень похожа на Warcraft, и вся разница в ней только в том, что действие перенесено в космос и добавлена только одна раса. И здесь я могу сказать только одно. Лучше враг хорошего. Всем нам известны случаи, когда попытки сделать нечто оригинальное в уже известном жанре приводили к довольно плачевному результату. На мой взгляд, StarCraft вобрала в себя все самое лучшее от стратегических игр в реальном времени. И при помощи мастеров фирмы Blizzard на свет появилась отличная игрушка. И не страшно, что пришлось ждать ее целый год. Теперь все геймеры видят, что они ждали не зря. Systems functional. Ну вот и все на сегодня. Наша встреча подошла к концу, и если все будет нормально, мы встретимся с вами через 2 недели. Это был Сидоров, и вы смотрели рубрику «Компьютерные игры». До новых встреч!